Всероссийский конкурс «Дети читают стихи». Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Приозерский детский сад» Ловского района Республики Карелия. Меня зовут Киселева Дарина, мне 6 лет. Хотим под мирным небом жить Надежда Найденова. По-разному зовутся дети. Нас очень много на планете. Есть Ваня, Гарти, жены. Детей повсюду миллионы. По-разному зовутся дети. Для нас все лучшее на свете. Нужны нам яркие игрушки, и Буратино, и Петрушки. Нужны нам книжки, песни, пляски и увлекательные сказки. Бассейн, горки, турники, сады, фонтаны, цветники. Повсюду светлый детский сад встречает радостно ребят. Пусть всем везде хватает школ, чтоб каждый утром в школу шел. Хотим под мирным небом жить и радоваться, и дружить. Хотим, чтоб всюду на планете войны совсем не знали дети.